Мам, мне нужен лифчик. Какой лифчик? Зачем он тебе, а? Мам, вообще-то я уже взрослая. Света, а почему ты такая высокая? Потому что девочки развиваются быстрее, чем мальчики. Карлик. Алло, Дашка, привет, слушай. Сегодня познакомилась с парнем ВКонтакте, ему 18 лет. И знаешь что? Мы завтра идем гулять. Блин, мне так стрёмно, капец. Дебил! Какой не такой же? Здравствуйте, можно спички? Спасибо большое. Здравствуйте, можно спички? А 16 есть? Конечно. Документы есть? Нет. Значит, и спичек нет. А если я сейчас папе наберу? Нет, иди отсюда. Тимми-тимми-тимми-тана. Ибо мы чего парна. Киле-хилай-валнин. Нора-эц-он-на-фарна. Выходит сюда. О, это здесь. Фух, все, пошел. Здрасте, это... Водоканал? Не бывает в нашем городе свет. Ну конечно, водоканал. А тебе так сказать, что надо? Ну, я к вам на работу хочу устроиться. Умею, практикую. Ты? А что ты умеешь, работник? Я сейчас вам продемонстрирую. Принят! Ура! Слушай, я хочу вот здесь вот татуху набить. Что? Никакой татуировки, я все сказала. Да мама. Я сказала нет, все. Тихо, я значит набью. Слушай, я хочу вот здесь вот татуху набить. Сынок, ты подумай хорошенько, она будет на тебе всю жизнь. Может и надоесть потом, а удалять ее очень больно. Да и шрамы остаются. Пойду лучше фломастером нарисую. Мам, я хочу волосы покрасить. Нет, я тебе не разрешаю. Вообще-то я уже взрослая, пойду сама покрашусь. Хочу волосы покрасить. Ну да, иди крася, волосы отвалятся, будешь лысая ходить. Но ты же у нас взрослая, тебе решать. Блин, лучше я не буду краситься. Мам, можно я пойду к другу на ночевку? Какую ночевку? Ты лучше бы хорошо учился, а не по ночам шлялся. Нет, никуда ты не пойдешь. Можно я пойду к другу на ночевку? Сынок, у тебя что, своего дома нет? Ну есть. Тогда зачем идти на ночевку к другу? Ну да, у меня же свой дом есть. Привитос! Вот вам видос. Извиняюсь, ваш рюкзак мне мешает. Не могли бы убрать? Нет, не могу. Я сказал, убери рюкзак, ты здесь не один. Почему в общественном транспорте всегда все так напряжно? Куча народу, все толкаются, ругаются, наступают на ноги. А если ты еще и в новых кроссовках? Такое чувство, что люди копят весь негатив. Заходят в транспорт, включают режим агро и понеслась. За проезд передайте, пожалуйста. Сам иди передавай. Вы выходите? Нет, но я выпущу. В салон пройди, нечего здесь стоять. Засмотрелся в окно и не уступил место женщине? Получай пиху. Ой, какой невоспитанный. Что за молодежь пошла? Одни гаджеты в голове. Тьфу. А эти взгляды? Сидишь, никого не трогаешь. И чувствуешь, как какая-нибудь бабка напротив смотрит на тебя всю дорогу. Начинаешь смотреть в ответ. Она, опа! Взгляд в сторону и думает, что я не заметил, как она смотрела. Ага. В общественном транспорте может быть и неудобно. Но очень даже экономно. Слушай, я забыл показать тебе песню, которая мне понравилась. Давай. Зацени. Прикольно. Саня, включай. Моя половина, моя половина, моя половина. Алло, Макс, ну выходи, я уже под подъездом. Окей, сейчас выбегаю, все, давай. Ничего себе, ты быстрый. А то. Ну выходи, я уже под подъездом. Окей, сейчас буду собираться. Да сколько можно уже? Такими, да. Блин, Саня же под подъездом ждет. Да все, я уже обувь одеваю, все, выхожу, давай. С днём рождения тебя, с днём рождения, Максимка, поздравляю я. Блин, Саня, спасибо большое. С днём рождения, бро. Блин, братан, спасибо. Напиши по центру. Кем это ты так хохотала? Да этот одногруппник меня рассмешил. А, ну ладно. Кем это ты так хохотала? Да этот одногруппник меня рассмешил. И часто он тебя так смешит? Может, он тебя еще и до дома провожает? Ну-ка дай-ка мне его номер, я сейчас побазарюсь. Эй, гайс!
Максим, слушай, меня сегодня подружка позвала к ней переночевать. Ты не против, если я пойду? А кто там будет? Даша, Маша, Марина, Соня и Валера. Что за Валера? Это Дашин парень, так что не переживай. Окей, иди. Спасибо, люблю тебя. А кто там будет? Даша, Маша, Марина, Соня и Валера. Там будут пацаны? Не-не-не-не-не, никуда ты не пойдешь сегодня, не-не-не. Максим, нормально, если я вот так вот пойду в караоке с девочками? О, ничего себе, ты красотка, конечно, нормально. Максим, нормально, если я вот так вот пойду в караоке с девочками? Ты что, с ума сошла? Ты же почти голая. Вот совсем другое дело. Я перепутала, думала, что любовь. Наконец-то пятница, впереди выходные. Алло, Володя, сегодня идем на какую-нибудь мега-крутую тусу и будем тусить там всю ночь. Да, конечно, отпустит. Я и на день рождения подарок подарил. В ближайшую неделю у меня все двери открыты. Так, надо собираться. Bad boys in the hood, yeah. Чего не в чистом-то лежали? Вроде норм еще. Да что за херня? Алло, Володя, может просто на улице пивка попьем да по домам? Я уже хотел тебе это предложить. Пап, я там разбил твою любимую чашку случайно. Сынок, да ничего страшного, ты ж случайно это сделал. Пап, я там разбил твою любимую чашку случайно. У тебя, как всегда, все через жопу, за деньгами месяц не подходи. Участковый говорил, что... Всегда нужно бить первым. Кадык ему так, на! Потом вот так вот его... Пап, ну я же девочка. А я хотел тебя Игорьком назвать. Я расстался с девушкой. Сынок, ты так не расстраивайся. Давай на эту тему мы сейчас с тобой поговорим. Я расстался с девушкой. Ты там в комнате убрался? Теперь мне так говорит вся семья. Мама, где папа? Не знаю, как ты родился, я его и не видела. Я ребенок, рожденный сиять. Теперь мне так говорит вся семья. Я ребенок, рожденный сиять. Пап, я пошла гулять. Хорошо, денежку тебе надо дать? Да нет, мне не надо, я с парнем, это он заплатит. Пап, дай деньгу, пожалуйста, я с девочкой иду гулять. Сынок, тебе сколько лет? Ну, 18. Вот именно, 18, ты уже совершеннолетний, пора самому зарабатывать деньги. Так, надо выбирать университет, в который буду подавать документы на поступление. Блин, я же призывник, надо поступить хоть куда-нибудь, чтобы сейчас в армию не забрали. Милый, что тебе приготовить на ужин? Курочку, рыбку или, может, меня? Мам, ну куда там уже котлетки будут готовы? Не, какой клуб, ты что, у меня же ребенок, мы вот сейчас спать ложиться будем, да? В клуб? Конечно, пойду. Через 15 минут буду. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже. Привитос! Вот вам видос. Заболел. Ля, что делать? Есть 4 вида заболевших, а может и больше. Первый вид — это Google Chill. Он будет искать в интернете по своим симптомам, чем же таким он заболел. И будет думать, что умрет. Но на самом деле, это обычная простуда. Второй вид — это опасный. Такой вид никогда не ляжет в кровать под теплое одеяло. У тебя температура плюс 40. Нет, у меня дела, мне некогда болеть. Выпей хотя бы таблетку. Не буду я травиться этими антибиотиками, мой организм сам справится. Опасный? Опасный. Третий вид — это симулятор. Такой вид всегда пытается как-нибудь сочкануть. И если он хоть чуть-чуть приболел, ты его в ближайшую неделю не увидишь ни на учебе, ни на работе. Потому что он возьмет больничный, будет лежать в кроватке и максимально расслабленно смотреть сериальчики. И последний, четвертый вид — это осторожный. Заболел? Хорошо, будем лечиться. Антибиотики нужно попить. Без проблем. Такой вид, как правило, быстрее всех лечится. Болеть нельзя. Быть здоровым нельзя.